еще подумал о том, что кроме, наверное, Ravaged Hunter, который с даггером может ворваться в тебя, все остальное реально легко можно. Да, Вивер. Увидеть, запретить, сажать БКБ. То есть там анимации долгие. Ой, как же больно. Хорошо забрали. И Дизраптор пытается ВК разменять, но Дизраптор уходит в Глиммер. Пошла просветка. Дизраптор ставит шикарный кинетик. Просто не могут ничего сделать. Дизраптор еще и уйдет. Поднеблок пошел. Жесть. И забирают Клокерка, забирают Дизраптора. Слушай, а размен-то неплохой. Кунки все еще нет. Теперь у Вази некоторые проблемы. Ну, айспас на... И два плевка. Сейчас они спакнут уже по этим без БКБшным ребятам. Пак ошибается. Нужен стан. Нужно продлить еще пару ударов. Да, Пак забирает 85 секунд. И вот он подъехал, камбэк, Кунг, но Кунка возвращается, нужно срочно, срочно педаль в пол назад, Дэнди БКБшку нажал, Реалм идет за ним, догонит или нет, через крипов, нет, Даня, Даня погибает, 63 секунды, без него байбек есть, Тайтхантера теперь ловят, у Тайтхантера, не, арк всех нашинковал, пришел, самым жестоким образом расправился. Да. Достаточно ли будет Огра плюс пара слотов, чтобы это скорость таки дать? Ну, он уже близок там, да. Он пока еще нет, но он уже близок. В Тайтхантера под Сильвером опять куча урона. Вивер! А Вивер в статике стоит, потому что их поймали там вместе с ВК, у которого нет БКБ, потому что БКБ потрачено было. В прошлый раз ВК погибает первый раз, Дэнди погибает первый раз, ну... На последний? Ну, ему достаточно и одного. У него реинкарнации нет, минус ВК, байбек имеется, но... Да он его и делает, собственно. Есть Дримкойл. А, нет, Дримкойл, кстати, не попал по нему. Литератора просто убили за два удара. И могут убить Пака. И Пака тоже убивают. Ошибочка. Байбеки есть, ревэдж. Пак выкупается. Да, Пак выкупился, нужно лететь обратно. Тоже. Летит обратно. Кунка, ну не, Кунку просто не раздамажит. Он слишком плотный. Его тут пытаются как-то вертеть, крутить, но он очень жирный. Тут погибает тем временем Вивер. Вивер, Огр уже погибли, байбека у них нет. Лина отступила, еле живая на базу. Там подбирает Вайланд ДД, но как драться-то с ДД, но без БКБ? Медузу или Кунку? Хорошо, даже так. Аганим появляется. К счастью для него, да, у него в команде Братрум, который реально тащит. И снова Дэнди. Снова в Дэндимон нападение. Попадание есть! Пробитие! У Сондер! Сондер тут же сатоник, Вайланд, что же ты делаешь? Демон нажимает форму, у Луна ультимейт уже потратил, Реалм после байбека, но станут на Вайланда. Пак умер, Вайланд, кстати, от этих, от Пак львов. Умер, и сейчас может ТБ также умереть. Терблей до конца, гейминг куда-то разбегается, спиритбрейкер, ТБ. Все еще должен иметься Сандер. Нет, Сандер в кулдауне. Реалм горит, 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 сгорает арк. За ним до конца пижон, арка удается забрать. Дэнди вот после байбека возвращается. Бара продолжает носиться, большие проблемы у Queen of Pain. Queen of Pain погибает, 90 секунд без квапы. Скорее всего, в какого-нибудь. Крапир Крапира, в атака Джекироса. Дэнди, Дэнди горит. Дэнди после байбека умирает. Эпангалер начинает кататься, нажимает шар. Папа уже здесь. Вайлен. Вайлен до конца. Не так просто будет убить там сатаники все дела. Да, на вот ситуация, конечно, можно. Такая себе для бейтов, потому что сейчас все герои мертвы. Пижон каким-то образом. Пижон выжил, а вот Вайленд. Вайлен. Ну, он сатаник, он пара. Как отсюда уйти? Пара не пробивается. Как отсюда уйти? Вот в чем вопрос. Да никак. Только через таверну, жесть. Он очень хороший. Поехал. Просто кого? Беста залетает. Пошел ультимейт от Луны. Тут же Беста пытаются спасти. Он вдолкивает его дальше. Бист нажимает БКБ. В кого? В кого Рор? Рор в Пангольер отталкивает Луну. Луна связана, она также получает стан. Пошел айспас, Макропира. Стоит Террор Блейд на хайграунде. Не знает, кого ему бить. Минус Бестмастер, Гринстрок. Бестмастер выкупается. Вазя против Дэнди. Вазя в стане в очень долгом Дэнди. Дэнди вынужден уходить на орбе отсюда. Не может он допустить Джекироса. Убили Бестмастера. Ой, не Бестмастера этого, Бартрума. Да, убили. Макропира все еще лежит. Дэнди. Айспас. Дэнди пытается додушить Джакира. Прыгает за ним дальше. Сайленс. Юл. Пангольер. Свэшбакл. Квин оф Пейн прыгает. Сайленс. Минус Дэнди. Вайспас наступает. Терблейд не может дофокусить попу. Пошел Рор. Но есть АНД. Скин на развороте. Малрин. Уходит отсюда с блинка, бежит Сайленс, Реалм до конца, 23 секунды до Аегиса, понимает, что Аегис скоро закончится, поэтому не нужно бить Луну, но выбивает все-таки Аегис из нее.